Так, ребят, для тех, кто не в курсе, теперь я передаю приветы не только в Слизерио, но и в Бонкью, и в Клэш Рояле. Так что делайте репосты моей группе ВКонтакте, ссылки есть в описании в шапке канала, и вы можете стать счастливчиком и быть названным в самом начале видео. А сегодня это Анастасия Артамонова, Настя Лук и Никита Чупринин. Всем приятного просмотра. Хейшки, ребятки, с вами Лекс. Мы сегодня опять-таки продолжаем играть в Бонкью. И в данный момент мы опять-таки, ребят, собрались со всем кланом. Это сегодня у нас Настя Винчестер, Марсианин, Рудим, Зуив, Зуив, Виншао, Соня Штерн. Так, ну что, начнем. Ребят, я обещал то, что сегодня у нас будут стандартные карты. Только такие, которые мы уже с вами все помним, все знаем. Все играем на этих картах, либо играли. В общем, они самые лучшие. Ну, по крайней мере, вы так, наверное, думаете. Оп. Тихо-тихо, живем. Невозможно. Просто, ну, там нереально было как-то уже выбраться. Окей, ну, в принципе, неплохо. То есть, посмотрим сегодня опять-таки на стандартные карты, ребят. У меня не так часто уже выходит Бонкио, я в него не так часто играю, поэтому в этом вся загвоздка. То, что нестандартные, и стандартные, нестандартные, без разницы. Я карты играю очень редко. То есть, даже сейчас мне будет интересно опять-таки погрузиться в этот мир ностальгии и классных карт. Офигеть, как мне повезло, что я обрудим ударился. Просто Настя. Да ну нафиг, Настя. Если бы... Смотрите, в чем прикол сейчас был. Я вытолкнул Рудима, он улетел случайным образом. Потом я прыгнул случайно. Настя думала то, что я не прыгну, если собью ее. И тоже подпрыгнула, и ее сбила вот эта вот колонна, а я улетел просто из-за того, что Виншао меня подбросил. Просто какая-то жесть. И главное, все получилось так, как будто... Наоборот, я не хотел этого делать, вот к чему я веду. Получилось так, что всех откинул. Так, первого откинул, извини, Рудим. Все, улетел. Отлично, наконец-таки я победил. Уи! Окей. Выкидываем Виншао, выкидываем его. Тихо, оп. Ну где платформа? Я вот находился сейчас в воздухе, я понимал, что я нахожусь в воздухе. И все ждал, когда же меня она отбросит. А она меня не отбросила. Как назло. Хватит, хватит толкаться. Все, кто толкались, и убежали. Настя, блин, просто фейспалм. Смотрю, как ты играешь, а то это... Смешно. Ну, по крайней мере, только что был смешной момент. Просто ехала вперед. И получилось так, что погибла. Так, я живой. Офигеть. Блин, если бы я попал по марсианину, это было бы просто потрясающе. Это было бы просто потрясающе, действительно. Да хватит. Видите? Я даже не смог ничего сделать. Все, Рудим улетает. Говорю, все произвольно. Самопроизвольно как-то производится. Даже никто не собирается там тебя выкидывать или что, просто случайным образом один об другого бьется, знаете, как на бильярдном столе. И все разлетаются. Как шары вот эти. Хоп, все разные стороны. Так, окей. Да, мы уже голосовали за эту карту. Давайте посмотрим, что нам предложат. Даже я напишу. Дес. Давайте в Дес поиграем. Поиграем. Мы в нее тоже играли, ребят, вы, наверное, уже помните. Довольно-таки такая именно профессиональная карта. То есть вы свой уровень показываете. Уровень управляемости. Воу-воу-воу-воу. Хорошо. Осторожно. Тихо. Осторожно. И... Какая блестящая победа, я просто рад. Я просто рад. Я сейчас заорал, говорит. Бывает. Тихо, я живой. Офигеть. Повезло. Просто оба толкаются и все в разные стороны. Тихо, я живой. И это хорошо. Ну, Рудим, ну ты чего? Слишком высоту ты не оценил, как сказать.
хорошо. Я убежал ото всех. А ты с кем сражаться? С Виншау, наверное, будет правильно сражаться. Молодец. На самом деле, я просто потерял управление. Нужно было немножко влевее просто взять и лететь. Я не обратил на это внимания. Ну, обратил, уже было поздно, я уже летел в этот черный шар. Так, я, видите, зову... Зуиф. Зуифом появляюсь постоянно. Немного странно. Потому что АФК стоит, и мне даже сражаться с ним нельзя. Потому что это же Зуиф. Нереально. Блин, хотел перепрыгнуть, не получилось. Я мог, на самом деле, выпрыгнуть просто вверх, но мне было интересно, смогу ли я перепрыгнуть именно на ту платформу через эту. Я уже перепрыгивал, было в одном из видео. Нифига себе, Виншао. Мансит. Вот это мансы. Офигеть. Красиво так завернул. Ну, смотрим. Соня против Виншао, в принципе, равные противники. Но Виншао, не знаю, у него такое ощущение, как будто у него постоянно удача на его стороне, по крайней мере, в этой игре. Так. Вот и фиг знает. Вообще, не буду никого ставить, посмотрим. Соня, ну не повезло. Ну, бывает, что, что сказать. Бывает. Вот, видите, я теперь с Виншао появляюсь. Стоило появиться с кем-то живым, а не АФКшным. Сразу, ребят, проиграл. В принципе, нормально. Мне осталось, кстати, одну победу, и все. И Виншао вроде бы одну победу. Я надеюсь, то, что... Они выкинут Виншао сейчас и выиграют его. Потому что нельзя давать победу. Видите, он уже привык к этой карте. Марсианин, кстати, неплохо играет. Неплохо управляет. Но фиг знает. Фиг знает, кто здесь кого победит. Офигеть. Просто противостояние, знаете, титанов. Титанов. Ну, чувствуется такая, знаете, как будто они бьются друг об друга, и вся земля сотрясается. Нет! Блин. Третья победа. Ну, 2-3. Капелька оставалась. Было у него 0, у меня было 2, и у меня было больше шансов победить, чем у него. Но все-таки победил он. Так, пускай предлагают, что это я. Ну, давайте сначала эту, потом эту сыграем. Дал Рудим, пока. Пока, Рудим. Если что, ребята, не забывайте, вы можете поиграть со мной. Если вы находитесь в моем паблике ВКонтакте. То есть подписывайтесь в паблик, ссылка есть в описании к этому видео. И также есть в шапке канала, там, где моя картиночка с ником нарисована на главной странице моего канала. Там тоже есть ссылочка. Так что переходите, и там будет информация про Бонкио. То есть, когда я играю, я обязательно об этом сообщаю. Нет, 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 нет. Настя, везучая ты. Пипец. Ну да, так всегда бывает. У меня в основном, наоборот, с Виншао такое бывает. Я хочу его вытолкнуть, а сам улетаю. Блин. Слишком высоту сильную взял. Надо было вниз нажимать. Да, жизнь боль, когда падаешь и умираешь самый первый. Видите, здесь нет углов. Здесь углы срезаны. То есть, если вы попадаете по углу, вас просто откидывает. Здесь прикольно тоже сделано. Блин, господи. Вот сейчас этот угол просто сыгрался со мной злую шутку. Я только о них сказал, и сразу сейчас была возможность. Если бы там были углы, оставались бы они, то я бы просто откинулся. То есть, не то чтобы откинулся, я имею в виду, отпрыгнул бы от этого угла, и все было бы нормально. А сейчас получилось все совсем не так. Ну все, Виншао опять выиграет, ребят. Виншао, как всегда, наверное, опять выиграет. У него одна победа осталась. Ну, давайте не дадим ему это сделать. Ну, неплохо. 2-2-1. У меня 0 пока что, господи. Надо просто собраться. Нельзя давать ни марсианину. Да господи! Я ничего не хочу давать. Все равно сливаюсь, как последний лось. Ладно, мне не нравится эта карта, не нравится. Играем в это. Ой-ой, извиняюсь. Тихо. Тихо, осторожно. Осторожно. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Тихо, тихо, тихо.
Ура! Я победил! Всю битву, ребят, летал. Старался не входить ни с кем в контакт, чтобы не лететь никуда. И в итоге... Вот так-то вот все вылилось. Победу. Не. Вообще никак. Вообще никак, ребят. Тяжело. Был бы какой-нибудь парашют, либо крылья, я бы, может быть, еще долетел. Но у нас, к сожалению или к счастью, наоборот, нет таких способностей в этой игре. Ну как это понимать? Я вообще не мог сейчас управлять моим персонажем. Он просто, знаете, как будто по маслу ехал сейчас и все. Ни влево, ни вправо, ничего. Отлично, мешал я вытолкнул, а то ему одна победа осталась. Это не дело. Отлично. За что? Вот-вот. За то, что ты чуть ли не победил. Жизнь YouTube. Жизнь боль. Оп. Тихо. Офигенно. Виншао уже не победит. Да, такой голос даже сделал. Счастливый, да? Детский. Ладно, я не знаю. Давайте, я буду ваши карты смотреть. Если что, если вы будете, ребят, со мной играть, то тоже предлагайте карты, потому что я в основном использую те карты, которые находятся... Ну, то есть, которые вы предлагаете. В основном их запускаю, так что все в ваших руках. Тихо-тихо-тихо, кораблик. Спаси меня. Хорошо, живой. Офигеть. Офигеть. Какой он везучий просто. Меня тупо откинуло, ребят. Меня тупо откинуло под углом. Поэтому сейчас проиграл. Все, отвалите. Я буду в корабле. Блин, не дают мне. Не дают мне побыть капитаном корабля. Нет! Ай! Не попал. Я вниз нажимал. Хотел, думал, может быть, успею... Задеть вот этот вот край корабля, нифига не получилось. Соня Штерн молодец, победил. Ну эх, Виншао, да. Давай, давай. Офигеть, сейчас так проехался. Да. Ну это что такое? Ну как это понимать? Ну это разве не везение? Я не верю, что это профессионализм. Я просто не верю. Так. А я остался в кораблике и победил. Неплохо. Воу, тихо, тихо, никуда не спешим. Проигрывать мы еще не собираемся. Ну да, не собираемся, конечно. Думаешь, эта игра работает по твоим правилам? Не, нифига. Как только ты собираешься выжить, нормально что-то сделать, тебя сразу уберет и выкидывает откуда-нибудь. То ли шарик какой-то вылетает, уничтожает, просто тебя выкидывает. То ли просто сама по себе игра, сам уровень не хочет, чтобы ты выигрывал. Ну, Настя, блин, я так надеялся, то, что ты сейчас победишь. Ну, я не имею в виду победишь, а вот останешься на корабле. Выживешь. Все. Так, хорошо. Тихо. Воп! Так! Кафейспалм! Вы видели, она спаслась благодаря тому, что я вылетел. Это просто по моей голове прошлась. Как же это просто повезло. Ну я не знаю по-другому. Либо повезло, либо суперпрофессионализм. Просто супер профессионально. Настолько профессионально, я думаю, даже сами создатели играть не умеют в эту игру. Да как так-то? Я не хотел на этот
Вот тупость. Я хотел в угол прям приземлиться, а приземлился на левую часть, и от этого меня откинуло вправо. Если бы приземлился прямо в угол, то бы меня просто откинуло бы вдоль этого корабля. Это вообще тупость. Ладно. Слишком тяжело здесь с управлением. Но Виншао сейчас по-царски, конечно, затащил. По-царски. Давайте посмотрим, что здесь еще за уровни есть. Вот не люблю этот уровень. Честно, очень не люблю этот уровень. Ну а чё, ладно, будем играть. Просто все на одной стороне, а Виншао посередине. Вот и Соня уже тоже ушла. Я так понимаю, ребят, все-таки приближается конец серии. Все уходят. Даже без звука умер. Просто знаете, как будто меня не существовало никогда. Жесть. Я не знаю, как это он так управляет. У него, видимо, специальный геймпад. Потому что я не знаю, по-другому это вообще никак не объяснить. Да. Офигеть, я пока что еще живой, вы представляете? Да. Офигеть, просто какая-то жесть происходит. Отлично. Хорошо вытолкнул. Жалко, что не попал со всей силы. Было бы потрясающе, если попал бы. Я не знаю. Направляю влево, а он все равно не направляется. Ну ладно. Это все. Это все Виншао виноват. Я бы других просто объяснений не вижу. Хорошо, я живой. Просто, ну это вообще какая-то жесть. Это не то чтобы смешно, это очень дико даже так. Так. Все, я победил первый раз. Тихо, тихо, тихо. Виншао, ты чего? Чего ты делаешь? Не пугай меня так. Офигеть. Чуть не победил, видели? Чуть не вылез из этой дырки. Я уже думал все, а он взял и начал вылазить оттуда. Вот Демонюга что делает. Уии! Вторая победа! У-ля-ля! Черт, просто черт, да. Воплоти. Настя, извини. Я знаю, тебе это не нравится, но я ничего не могу поделать. Так под музыку, говорит, было. Ну окей. Ну давай, марсианин, я верю в тебя, потому что Виншао, если один раз выиграет еще. Я в тебя не верю. Марсианин, я пошутил. Беру свои слова обратно. Ну идеально было, я тоже считаю сейчас. Ладно, в принципе, на этом я могу закончить. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно пишите в комментариях, и мы с вами обязательно поиграем, если хотите. Также не забываем, ребят, подписываться в паблик ВКонтакте, ссылка есть в описании в шапке канала. И мы с вами встретимся на просторах игры Бонкью. А с вами был Лекс, подписываемся, ставим лайки, пишем в комментариях, не забываем подписываться в паблик ВКонтакте, ссылка в описании и в шапке канала. А с вами был Лекс, спасибо за просмотр и всем добра.